Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казоку Фэмили, и мы продолжаем проходить Silent Hill Алхимила, но тут будет финал где-то на минут 40. Я не вижу смысла ставить стрим, так что если хотите посмотреть первую часть стрима, это будет вторая часть видео. Первую часть стрима вы можете посмотреть, ссылку в описании. И подписывайтесь на наших друзей каналы, которые ребята тоже делают классный материал. Так что, в принципе, погнали. Ждет нас пиздец, да? Так, а нам сюда? Фиг его знает, как это все будет работать. То, что... Так, стоп, какая дверь? Лестница. Двери. А, дверь заклинила. Как это должно работать? Интересно. Так, стоп, это начало, да? Интересно. Тут уже бродить по тысяче дверей тоже не хочется. Все это уже заебало, если честно. Это 100%, да? Шесть тридцать. Блять, я это все прекрасно понимаю, но если я сейчас упаду туда, блять, скорее всего я кикнусь, блять. 100%. Так, а это чё? Чё это за дичь? Какая-то дичь, вот честно. Так. Я ж по-любому ёбнусь. Мне кажется, что еще не это. Не вариант туда прыгать.
Просто подозрение у меня, что мы тут, блядь, кикнемся, блядь. Ёбаный в рот. Понятно, что ничего, блядь, непонятно, да? Вы, кстати, ребята, извините, что на стриме был эмоциональный стрим, потому что меня взбесило две ситуации, мы все люди на эмоциях, и когда стримы мешают, у меня просто ограниченный трафик интернета, плюс... Когда люди в звонке начинают мешать, это бесит. Опа-на. Значит, мы здесь не были, да? Но я все равно всех считаю хорошими людьми, поэтому не считайте мои слова слишком серьезно. И все будет хорошо. Так. 3:30. В эту пропасть те, кто не осознает, я же был казнен не здесь. Смерть — это самое мало, чем порой люди могут искупить свою вину. О-о-о. Ну да. Ладно, пока прыгать сюда не будем. Так. Чего? Еще ниже или наоборот это? А. Понятно. Так. Это что за? Сюда. Бляха-муха. Понятно. Так, а нахуя сюда вернулся, вопрос. Выкарабкаться. Блять, какой выкарабкаться, блять. Выбраться бы. Блять. Дальше я не в ту дверь зашел, да? Ой-ой-ой, нет. Тогда, наверное. Так, ладно, сохранимся. Есть у меня подозрение, только... Вопрос в другом. Куда это, блядь, водить? Ага. А, вот. Да, стоп, подожди. Так, ну мы здесь были.
Интересно, девки пляшут. Вы чё, блядь? Охуели? Класс. Да. Блядь, заплутаешь тут нахуй с этими, блядь, дверями. Ебаный в рот, блядь. Стойка с часами, охуеть. Блять, а ничего толком пока не изменилось. Я ебал. Да. Тут, короче, пиздец, такой трэш происходил. Вот та комната, в которой мы были. Тут надо было, короче, находить эти грёбаные якобы часы. Вот, потом идти сюда. Комната, открывать дверь какую-то. Вот, там часы. Тупо. И прыгать вниз, и все. И новый какой-то ролик. Это действительно моя ошибка. Нет. Это невозможно. Так, что? Какой холл? Это что ли? Нет. А, все. Так. Ага, вот и сохраняшка, да? Ага. Уже все позакрывали, да? Ну да ладно. Так. Сохранимся, наверное, чтобы игра не вылетала лишний раз. Ух, ё-моё, наконец-то мы хоть что-то частично прошли, потому что не любил я этот торговый центр. Silent Hill. Ха. Так. Интересно. Девки пляшут. И музончик такой интригующий. Да, головоломки геморройные, когда ничего не помнишь. Гараж, парковка, это, по-моему, тут, да?
чё, блядь? Стоп, а разве нам не на парковку? Не понял. Чё за хрень? Лады. Да, проебал я в прошлый раз дохуя трафика, ёбаный в рот. Жалко, что у меня пока что не безлимитный интернет, друзья, сорян. Ну что поделать, по крайней мере, хоть так могу вам показать контент. О, я забыл кое-что важное. Очень важное. Окей. Гаражи. Здорово. Чувак. Где твоя хата, чувак? Это, по-моему, да? Окей. Так. Это его спальня, ну да. Боже мой, что здесь произошло? Не знаю, чувак. Предстоит тебе это выяснить. Предстоит. Так, лады. Лады, да? Так, на улицу, он говорит. Блин, извините. Это все сраная погода. Так. Ага, вот. Ага. Так. Сюда, да? Да, у меня, в принципе, неплохой домик у чувака. В принципе. Так. Кукурузка, кукурузочка, так. Эй. Чё за... Но они...
Они погибли в автокатастрофе. Почему? Почему они здесь? Что происходит? Правильно иду, нет? Пик. Чё за дичь вообще? За дичь. Нет. Понятно, огонь за нами. О, щет. Тут тупик. Чё за прикол? Я что-то не его, а либо ну что за прикол? Ага. Блять. Съебался. В смысле? Блять. Господи, что за пиздец? Пишут направо, блядь. Ага. Ага. Сюда, да?
Все? Ты до нас теперь огонь ебаный не доберешься, да, ебать? Так. А, госпиталь. То есть тут закрыто, да? Так, у нас тут будет сохранение. Опять этот сраный госпиталь. Все заперто, серьезно? Так, я попросил доктора, чтобы он не заставлял меня больше ухаживать за этой пациенткой. Это слишком странно, до сих пор жива, но раны не заживают. Я сказал доктору, что ухожу. Я не буду работать в этом госпитале больше. Вся комната напичкана насекомыми, хотя дверь и окна закрыты. Они лезут, чтобы досаждать мне. В госпитале мне плохо, нужно бросить, но ничего не выходит. Рвота, желчью, кровь и... Гной вытекает из крана в ванной. Я стараюсь закрыть кран, но не получается. Нужны наркотики. Помогите мне. Да. Так, белую клауди можно использовать и для личных целей. Связь с культом дает мне преимущество. Я стал успешно продавать PTV. Используя антикварную лавку как прикрытие. Моя высшая должность... Госпиталь дает мне отличный доступ к необходимому оборудованию для производства наркотика. Кроме того, я могу спокойно хранить его в тайной части госпиталя. И плевал я на вредность наркотика, ведь никто не заставляет насильно этих тупых туристов покупать его. А эта глупая Лиза сделает все, что я прикажу за дозу. Ясно. Отдельно забавный случай был с Норманом Уэкслером. В протяжении месяца я пичкал его наркотиком, мне нужно было проверить, насколько он смертелен. Да, определенно возникли бы трудности, если бы жители и туристы небольшого городка стали вдруг часто умирать. Но, как выяснилось, в этом плане наркотик безопасен, что не скажешь о психическом помешательстве. Уэкслер стал весьма агрессивен, поэтому я остановил эксперимент. Однако, спустя некоторое время, я случайно узнал, что у него пропали все члены семьи, и полиция ищет их. Готов дать голову на отсечение, что Уэслер со своим психическим помешательством приложил к этому руку. А Уэслер это то есть мы, да? Позже, после автокатастрофы, он опять попал в алхимилу. И, похоже, он частично потерял память. Ага. Не позавидуешь этому идиоту, но я достаточно заплатил ему за эксперименты, предупредил... о всевозможных последствиях. Понятно, нас напичкали, и мы грохнули свою семью, а потом попали в аварию. Пиздец. Я знаю.
Я боялся признаться в правде. Самому себе. Я пытался стереть ее из моей памяти, но она возвращалась назад, снова и снова. Это я во всем виноват. Доктор Кауфман здесь ни при чем. Я принимал этот наркотик, потому что сам этого хотел. Из-за него я угробил свою семью. Я убил их. Все это время я искал Кауфмана. Но на самом деле я искал правду. И когда нашел ее, я просто понял, что все в моей голове превратилось в ад. Да, чувак, тебе не позавидуешь. Thank you.
Так. Получается, верхняя закрыта и нижняя справа. Ничего не понятно, если честно.
Так, вот с этой головоломкой надо подумать секундочку. Сейчас сохранимся и продолжим. Так, продолжаем проходить эту хуйню. Короче, получается, эту сторону мы вроде как не трогали. Точнее, не трогаем. И по сути, вот это должно открыть. Опа. Так, отлично. Банули, что ли? Ребята, блядь. Чё, блядь? Где, блядь, там закусочная, блядь, была? Чё, блядь? Там внутри закусочная, блядь. Я думал, он живой. Ребенка, сказали, что он родился мертвым, но почему его не дают взглянуть на него? Я знаю, они украли его, если ты вернешь, я помогу тебе узнать пароль. Так, ясно, баба, ясно. Так. Пароли, блядь. Пароли. Чё, блядь? Понятно. Блядь, аж глаз зачесался из этой хуйни, блядь. Вот она, блядь, закусочная, блядь, или чё нахуй? Так. Нахуй, блядь, идите, блядь, заебали, блядь. Ёбаные, блядь, головоломки, блядь. Лови, блядь. Ну. Чё, блядь? Ну и а дальше, блядь? И чё дальше делать? Вы чё, блядь, охуели? Так, окей. Блять, это понятно. А дальше что, блядь, делать? Чё, блядь? Окей. Куда я, блядь, попал? Лазю, как дебил, блядь.
Понятно, что у нее дверной замок, блядь. Чё за... дичь-бич, блядь, происходит тут. Так, чуваки, это понятно. А чё за... Что мы тут ещё могли проебать, блядь? Ну и мы отдали это стерве этого ребёнка. И чё дальше, блядь? А? Может, типа, надо зайти было перезайти и всё? Три часа тут, блядь, буду копаться, ебаться, блядь. Чё за херня? В смысле, вот почему я не могу открыть? Вы чё, охуели? Причина, блядь. Ну. О! Треугольник, кружок, квадрат, кружок. Так. Где его, блядь, водить? Рука блокирует замок. Чё, блядь, дальше делать? Так, стоп, подожди. Понятно, что лифт обесточен, блядь. Так, что это? Сюда вернулись, да? Окей, допустим. Так, теперь нужно открыть шкатулку, мана, да? Шкатулка. Так, чуть-чуть осталось, шкатулка. Так, а где, блядь, шкатулка там была, блядь? Какой двери? Да, по-моему. Или нет? Так, стоп. Если мне память не отшибает... Опа. Так. Дела внизу нет, закрой. Двигайся влево, открой. Двигайся на северо-восток, открой. Ниже проверь, открой. Дела вверху нет, открой. Ебать. Пиздец тут, короче, блядь, эти головоломки. Тела внизу нет. Закрой. Двигайся влево, открой. Двигайся на северо-восток, открой. Ниже брови, открой. Тело вверху нет, открой. Ага. Ладно, попробуем разобраться. Если что, попробуем паузу потом поставить. Пиздец. Головоломки трешовые просто. Окей, не прощаемся. Короче, такой гемор был.
Так, ну это старый. Вот, короче, как надо было открывать двери. Вообще полный пиздец. Так, а нам сюда? Какую единственную дверь, блядь, я не пойму. Чё за дичь вообще происходит? Да, да? Опять мне по 3 часа бегать буду, блядь, шуршать, долбоёбы, блядь. Так. В одиночную дверь это получается, по-моему, сюда, что ли? Или как? Опа-на. То есть мы теперь вышли вроде в нормальную дверь, да? Понятно, что нихуя ничего не понятно, да? Чё, блядь? Чё, блядь? Так, вентилятор это понятно, блядь. Что у нас не пускает, блядь, вентилятор. Да? Так, ладно. Ёбаный, блядь, вентилятор, блядь. Стоп. Понятно, я не удивлен, что лифт это сточен. За прикол. О, блядь, да что такое? Куда, блядь, идти? Всякие случаи. Пиздец. Чувак, я не знаю, мне похуй, убийца ты или нет, блядь. Да я ж уже нормально хотел пройти, блядь, заебал. Блядь, заебали. Блядь, куда валить? Да, блядь, нет. Нет. О, блядь. Ага, вот и рука, блядь. Рука, рука, хуйна, блядь. Больше ничего, да? Весело типчик живет. Так. Ой, типа, что ли, зацепить этот вентилятор, блядь, или чё? Блядь, опять не туда полез. Да куда идти-то, блядь? Какую нахуй дверь, блядь, в эту, что ли? Нет, блядь. Вот в эту, что ли, блядь, да?
Бля, да что такое? Куча дверей, блядь. Понятно, вот она, блядь, была. Ну? И что? И как это достать, блядь? Чего, блядь? Никак, что ли, блядь? Блять, нахуя сюда так... Что? Чё, блять? Там же вроде тупик, блять. Да. Ёбаный в рот. Я б заёбался это на стриме, блять, проходить, отвечаю. Так. Блять, я понял, чувак. Так. Сохранимся, блядь, на всякий случай. Мало ли. Всякой хуйни, блядь, может быть. Так. Стоп. А где теперь у нас этот ёбаный манекен, блядь? Нет, блядь, не здесь. Пиздец, тут запутаться можно. Я ебал. Нет, блядь. Блядь. Где этот манекен, ёбаный в рот, а? Вопрос, блядь. Здесь, что ли? Нет. Где манекен, блядь, я уже не ебу, где манекен. Вот где манекен, а, блядь? Пиздец. Просто пиздец, я уже заплутал, отвечаю. Я пахуй просто. Где, блядь, этих киллеров искать, а? Блядь, вы серьезно? Блядь. Может, манекену руку дать, блядь, а? Нет? Ты руку не хочешь, блядь? Чё ты хочешь от меня, блядь? Объясни. Я не могу открыть, блядь. Естественно, ты не можешь открыть, блядь. А как, блядь? Как, блядь, теперь выйти к этому манекену, блядь? А? Пиздец, нахуй. Я в ахуе просто. О, май факин гад, блядь. Короче, сейчас я подумаю, где, блядь, отдать нахуй и вернусь, блядь, пиздец. Короче, пока просто... разобрался, что делать, я, блядь, мягко говоря, блядь, охуел. Так, возвращаем руку манекену. Так, отлично. Возвращаемся, блядь, назад. Так, открываем эту дверь. Да, щелчок услышали теперь. Единственную дверь выходить, это, по-моему, в ту, да? Так, теперь искать. Реально, блядь, заплутаешься этими дверями, что просто пиздец. Пиздец, реально пиздец.
пиздец. Так. Тут что-нибудь изменилось? Блять, кольцо. Как кольцо забрать? Это будет, блять, вопрос. Да ёб твою мать, вы чё хотите сказать, что в тот мир надо попадать? Серьезно, да я уже охуел, блядь. Блядь, в тот мир, да? Да, блядь. Я понял, чуваки, блядь, заебали. Так. Ну что, опять закрыть тут? Давайте попробуем, блядь, попасть. Ебаный брод, блядь. Блядь. Блядь, где это ебаное кольцо? Да ёб твою мать. Где этот, блядь, проход? Ёбаный в рот, блядь, я его долго искать буду. Блядь, пиздец. Я, блядь, уже заебался их искать, блядь, эти проходы. Отвечаю, блядь, что за хуйня происходит? Блять, заплутать хотите, блять, задеть? Блять, блять, серьезно? Чё, во вторую дверь, блять, ебашит? Пиздец. Подожди. Блять, или это было, блять, на той двери, блять? Стоп, на той двери было, что ли? Блять, серьезно? На той двери, блядь. Блядь, я короче, сейчас попробую проверить, блядь. Я уже заебался просто. Еле прошли мы это, блядь, место, блядь, пока это переключили, блядь, ёбаный рот. Так. Чё дальше? Ага, чтобы были зелеными, получается, да? Типа заработало, что ли, да? Ага.
работа. Вентилятор вроде не работает, да, уже? Это хорошо. Да. Да, головоломки тут, конечно, пиздец. Понятно, бургер, так. Ебать в рот такие, блядь, головоломки. Забрал ключ, а дальше? А дальше куда чё? Забрал ты ключи. Пам-пам. Так, хорошо. Блять, а дальше куда? Так, двойные двери — это вот эти, что ли? Бля, какие двойные двери? Что-то не ебу, блядь. Двойные двери какие? Вот эти, что ли? Стоп, блядь, подожди. Какие двойные двери, блядь? Комната, да? Какого чёрта? Так. Угу.
чё, Алхимилу Project Team неплохо сделали, я бы сказал. Довольно прикольно. Да, были бесящие моменты. И саундтрек Рони Шолтес неплохой сделал. Очень неплохой. Прошли мы с вами, ребята, Silent Hill, но на стриме я бы не смог проходить очень долго эту байду. Без прохождения реально хуй пройдешь. Вот, дорогие дамы и господа, мы с вами прошли Алхимилу. Я надеюсь, вам понравилось. Так что с вами Казоку Фэмили, ребятки. Ставьте лайки, приглашайте друзей, ставьте репосты. До новых встреч. Мы тоже будем делать интересный контент. В принципе, всем удачи. Всем пока.